Сегодня у нас 5 августа 2017 года. Мы закончили делать промыв, который мог бы промыть уже в дальнейшем плотину. И вот решили покупаться тут с братьями. Вот Нестор тут. Нестор, Сергей. Вон там Игнать Иванович. Вот видно его. Вот он над водой. Вот Роман и Виктор там вдалеке. 3 метра. Он и начал шел под воду тоже. Выше рук примерно по километру. Уже вот здесь. Сергей, иди ко мне на плечи, остановись. Нестора возьмите. Давайте выложим. Сергей, надо Нестора взять, Нестора. Сергей, надо Нестора взять на плечи-то. Да он маленький. Вот, дна нету здесь. Там 3 метра. Никогда столько воды не было. А если Господь позволит, то на 70 сантиметров еще поднимет. Ну давай, брат, возьми. Ну, да, возьми. Половина, наверное, будет. Глубина капитальная. Сейчас. А если на середине, там может еще больше. Давай мне на плечи. Конечно, не осень. Там у меня цифры идут? Идут. Давайте кто сможет вот так вот здесь нырнуть потихоньку и на том берегу вынырнуть. Никто! Никто! Чемпион мира какой-нибудь! Вот это результат прошлогодних трудов. Смотрите. Глубина хорошая. В прошлом году глубина была примерно вот такая вот только везде. Ходили одна тина, одна рязка была. Вы же до середины еще не доплыли, там еще глубже, наверное. Да, глубже. Мы только здесь третью часть с Романом. А вон видно тебя нет, Никита, где? Эти наши дамбы. Смотри-ка, поинтересно, покажи. Где заплоты сделаны? Один на другой, он где-то... Вот вам маленько интересно. Это не лагерный, тут гораздо глубже. А, вот он, где берег начинается. Вот, вот где был берег-то. Это вода прибывшая. Никита! Лезь в воду купаться! Поплыли, я ставлю на дно, ты мне на плечи и руки поднимешь, и зверем в глубину. Все, выключай. Выключай.